Андреева, ведущая солистка театра балета Бориса Алексеева. Сегодня исполняю партию Камилы Шмидта. Куда же профи играли в детском школе, да, в танцевальной школе? Профи играли. Профи танцевали. Да, сегодня Камилу будете играть. Вот какие черты актрисы нужны, чтобы достичь вот все, всему этому? Ну, знаете, наверное, много читать. Потому что когда я читала и погружалась в материалы, которые существуют, кто вообще такая Камила Клодель, какая у нее тяжелая, к сожалению, жизнь, как ее никто не понимал, не воспринимал и не принимал. И Камила Клодель писала: самое страшное, что есть в моей жизни, это одиночество. Потому что от нее отвернулась вся семья, ее не принимало общество, ее оставил Роден, и она осталась одна в сумасшедшем доме, откуда ее никто даже не забрал, потому что врачи говорили забирать, и в принципе она нормальная. Но так за ней никто и не пришел, и она была похоронена на безымянной. Много читать, чтобы достичь. Много читать, конечно, потому что в наше время как-то все знают, кто такой Огюст Роден. Но мало кто знает, кто такая Камила Клодель, кто такая Роза Бюре. И когда ты начинаешь погружаться в этот материал, ты понимаешь, что Огюст существовал. Все великие его скульптуры были созданы именно когда они были вместе в своем творческом союзе, пока они любили друг друга. И я могу сказать, что поначалу премьера была спектакля, и название было «Роден». И только через несколько лет Борис Яковлевич поменял и назвал «Роден» ее вечный угол. Потому что действительно в нашем спектакле оказалось, что очень много именно про Камилу Клодель. А те ощущения, которые вы чувствовали, когда впервые играли Камилу? Какие были? Забыли? Ну, знаете, первое ощущение – это всегда немножко шок, выплеск адреналина, это всегда очень ответственно, и ты не так можешь прожить, как вот спустя 11 лет там всю эту партию, ты каждый раз находишь какие-то нюансы, какие-то уже стихи, ты уже не так думаешь о тексте, потому что этот текст уже глубоко сидит под кожей в твоем теле, ты можешь уже именно жить, переживать эту партию. И я могу сказать, что Камила Клодель – это вот та партия, когда после спектакля идет такое опустошение внутри, потому что 2 часа на сцене сходить с ума, показывать безумие, причем это безумие очень разное, страсть, любовь, ненависть. И этот спектакль очень сильно выедает. Я не представляю, как она жила всю свою жизнь. Когда я за 2 часа и уже такая водная. Есть, да, вопрос? Только уточнение. То есть, Камила играет уже 11 лет, правильно? Да, с премьеры спектакля «Камила Клодель». А вот когда приезжал театр самой Карелины? Меня не было. Я была, когда театр приезжал с «По ту сторону греха». Это, по-моему, 13 или 14 год, но мы в другом театре танцевали. Я могу сказать, что Ереван также встречает солнцем, теплом после нашего пасмурного холодного Петербурга. Это всегда такой глоток тепла. Это очень приятно. И по поводу сцены. Как вам? Удобно? Это все-таки не театр? Ну, сначала у нас сейчас была разводка, балет. Мы не все делали в полную силу, поэтому на спектакле, конечно, уже станет более понятно. Но могу сказать, что по глубине, по ширине она не сильно отличается, чем вот так, Александрийский театр, на котором мы обычно танцуем. А вот эти сумасшедшие дни, когда в каждом уголке мира война, сейчас играете Камилу. Не трудно? Два психологических ударов. Знаете, мне кажется, что вот сейчас именно нужно приходить на спектакли, не только наши, а погружаться и принимать искусство, чтобы хоть как-то думать о чем-то. Я могу сказать, что всегда люди, зрители, которые приходят на наши спектакли, они уходят с мыслями о нашем спектакле, с мыслями о чужой жизни, о чужой трагедии. И это их как бы отвлекает. Поэтому сейчас театр – это единственное спасение. Разбавляет реальную боль. Да, на эмоциональном состоянии, мне кажется, как раз-таки театр – это первое, что сейчас необходимо людям. Спасибо. Спасибо. Удачи.